В Москве состоялись очередные межмедовские консультации между Кыргызстаном и Россией на уровне первого замминистра иностранных дел Нурана Ниязалиева и замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, сообщает МИД. Состоялся открытый и доверительный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней, международной и региональной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на углубление кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества. Стороны отметили значимость контактов на высшем уровне, которые способствуют укреплению межгосударств связей. Были детально рассмотрены вопросы предстоящего в ближайшее время первого зарубежного визита президента Садыра Джапарова в Россию. Намечен график политических и культурных мероприятий на текущий год, в том числе в рамках объявленного перекрестного года. Обсуждены пути совместных действий по борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению ее последствий для двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах, в частности, в поставки в Кыргызстан российской вакцины «Спутник Ви».